Друзья, всем привет! Прорываю я до сих пор буряк. Вот там вот, видать, земля плохая. Видите, меньше. Хотя там прорванный нормально. Ну, уже вот такой вот бурячок есть. Ну, половину скормлю, а половину порежу на сушке. Плюс листья, друзья. И, как вы поняли, вчера сорвали мы уже арбуз один. Отсюда вот. И сегодня я обнаружил вот эту вот красавицу. Вот это тоже скоро поспеет, а ну. О, видите, я так и думал. Снизу подгнивает. Но ничего. Ничего, он есть. Есть более-менее нормальные. Вот хорошая. Поспеет, будет нормально. Так что такие дела. Так. Помидоры. Я давно не ел помидоры. Ну, такие вот свежие. Сорвал, а он такой вкусный оказался вчера. Ну, сегодня рвали, а завтра уже все сорвем. Завтра рынок у нас. Я поеду, куплю перца сладкого. Катя закроет лечо салата. Вот такой, друзья, получился каун. Недельку, если бы мы еще подождали. Но он вкусный, все. Но холодный еще. Косточек сильно много, и они... Как сказать? Такие скользкие. Я думаю, дам этим архаровцам, пускай поклюют. А они склевали хорошо, молодцы. Те старшие не захотели клевать. И сейчас, друзья, будем уже... Сейчас посмотрим, что они будут делать. Боятся, не поймут, что это такое. Опа, оп-оп, косточки клюют, оп-оп. Сейчас разберутся, а ну, о. Так. А ну давайте я вам сейчас разломаю его напополам. Вот так. Клац! О! Нате. На, чудо в перьях. Иди. Угу. И сейчас, друзья, половим всех больших цыплят. Индюки останутся здесь и будем пересаживать туда. Там места предостаточно. Уже они, я думаю, даже такие не повылазят. А вот... Отличные цыплята. А брестгальские вообще, гляньте, какие большие стали. Курочки, гляньте. Три курочки и петушок. Ну и мелкие. Мелкие уже зашли, запрятали. Сейчас, может, выйдут. А вчера, друзья, в люцерку они полезли. Вот эти вот кашники. Они как раз возле люцерки. И понравились. Больше всего понравились индюкам и козочкам. Ну, я поросятам, ну, свиньям понемножку дал. Этим, которые кормят по два кусочка. А кабанам дал нормально. Им тоже понравилось. Но это не кабачки. Ой! Привет! Нюшка ждет. Нюшка. Нюша, друзья, давайте я по порядку расскажу. Сегодня мы пришли утром. Ой, зайка. Всем привет. Сегодня мы пришли утром. Тот мелкий, который черный был. Короче, он пропал, друзья. Все. Ну, мы сильно не расстраиваемся. На хозяйстве это такое случается. То есть от этого никуда не деться. И цыплята пропадают, и этот. Вот. Еще одна свинка, друзья. Тоже клиент. Но мы, друзья... Разбери голос, пожалуйста. Вот, где? Видишь, возле соски. Вот. Опа. Угу. Такое вкусненькое. Друзья, мы уже у нас есть. Вот она. Нюша, Нюша, иди сюда. Иди бегом. Иди сюда, Нюшка. Мы решили, друзья, не будем забирать. Пускай я несколько дней, там, 3 дня или 5, похожу сюда в сарай. Ночью. Но много не буду. Каждые где-то 3 часа минимум. Приду. Буду что-то одевать, чтобы не купаться. Ну, там ноги сполоснул и все. И, друзья, будем ее оставлять здесь. Потому что она сосок. Нюша. Пьет. Вспомните, Нюша, когда мы ее сюда принесли, ей было сколько за 9 суток, да, по-моему? Да. А, кричит. Кричит.
Не поняла. Все. И она и так кормится. И там сосок сосет. Так мы и хотим это. Сейчас она силы наберется. У нее там по-любому сосок есть. И она будет, понятно, она будет слабее. Но она будет здесь, друзья. Мы не будем ни в квартиру забирать, нигде ничего. Ну, а все остальные, сейчас давайте я зайду. Ну, это спокойная, хоть позволяет это все делать. Да, 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 муха такая, свинюка. Хватит, ну, все, 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 все. Да лопнет, хватит, Зай, хватит, и она лопнет. Иди уже домой, ты. Эти, конечно, друзья, все, сколько их тут? 2, 4, 6, 8, 10 штук. Они вообще хорошие. Гляньте, даже вот тот малой. Гляньте, какой толстый. Кушает она более-менее. Мы переживали, она, у нее тяжелый опороз. Антибиотик ей кололи, еще колем. А. Вот он, гляньте, какой он кругленький. Гляньте, какой кругленький становится, друзья. Это уже твоя мамка. Настоящие. А ты еще иди покушай. Так что, друзья, вот такие вот дела. Я хозяин. Да не, ой, ой, ой. Она думала, что я хватаю поросят. Да не трогай я твоих, нужны они мне, твои поросят. Все, все, муха, все, все. Вон они сзади. Защищай. Все, все, молодец, молодец. Ну, друзья, она не такая страшная. Не хочу. Вот тут ложи, пускай. Вот там пускай. Все. Она не такая страшная, как она думает, что она такая страшная. Но все равно будет нехорошо, если она укусит. О, гляньте, какой бутузик. Этот самый маленький. Саша, твои детки не докушали. И она кушает. Все, молодец. Оп, 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 оп. Молодец. Все, девчулька. Сейчас я тебя насыплю. Так что, друзья, вот такие вот дела здесь у поросяток. Ну, а там ключи за свет им. А, ну, то посередине, посередине, где вентилятор. А, я понимаю. Да. Вот эти толстопузы, вон они, гляньте. Как эти. Такие уже... Сколько это им уже, Зай? 10 или... 23-го, а получается, а там 31 был день, да? 10 дней. А 12, 12 дней. Ну, хорошенькие, надо их взвесить. Их мало, да, хорошенькие. А здесь да, мало. Одна вот эта вот меленькая. Хотя... Пришлось поставить, друзья, сюда кирпич, потому что... Хотя здесь вот эта мелкая еще даст фору тем, что покрупнее. Она да, так... я же... А то девка? Нет, это кабан. Это кабан. Мелкий, я говорю. Да, он хороший, хорошо кушает все. Ну, друзья, что-то я же говорю, есть мельче, чем вот эта вот свинка, которую мы будем подкармливать. Ну и Буську заодно. Нюсь. Ой, Нюшку. Нюшку. Нюшку, да. Нюшку тоже будем подкармливать. Ей хуже не будет, она уже привыкшая. Ну а Фионка, как вы видите, в идеальном состоянии вылизана корыта. Муха, сейчас наколочу. Ну, а у нее колбаски эти спят. Как, знаете, если ее так лягут один за одним, как сардельки вот это, знаете, такие, клац-клац-клац в кульку. Свиньи уже маленькие. Ну, а она, глянь, да, вообще, как будто и не похудала. Ну, у нее аппетит. Лучше. Хороший, да? Да, да, лучше, чем... Ну, Зай, муха да. Все равно. Муха, друзья, даем молочко ей чистое. Тоже мы раньше разбавленное давали. Сейчас даем ей молочко. Она хорошо покушала вот этим. Сейчас попробую. А мы же купили, нужно принести, да? А, рыбий жир. А он в машине, в машине. Вот этими я сегодня дала ей рыбьим жиром. Вот этот рыбий жир, который в смесь. Она тоже хорошо кушает. Она все съела. Это я подсыпала уже. Так что такие дела? Ну, пахнет хорошо. Да, ну дай понюхаю. Это вообще-то для людей.
А ну. Такой. Попробовать хочешь? Он полезный, говорят. Но не очень, да? Вкусный. Не, я рыбу люблю, мне в принципе нормально. Нема такого. В инструкции что... написано человеку одна столовая ложка. Я бы напил бы, друзья. Ну, мухи больше нравятся, да, поэтому... Будем... Нет, Зай, мухи, этот остался, этот да, такой, да. Ну, он пригодится там в каких-то лечебных целях. А тот, да. Ну, мы купили, друзья, сегодня целую бутылку специально давать. Мы посмотрели, у нас нигде нету. Так обычно у нас есть, а это закончилось. Муха, ты услышала? Ну, друзья, и яичко даем им. А ну дай, дай. Здесь да, все. Перепелиные муха, яички дай. На, муха, иди. Да. Иди. О, ну видела все. Да. На. Иди, поднимай голову свою. Ну, давай, давай. Выше. Вот так, вот. И тебе фион, на. И кальций, и фионка тоже. Давай, с удовольствием давай, кушает. Молодец. Вот так. Вот такое вкусненькое. Очень вкусное угощение. Только мало. И еще, друзья, пришлось вот прибить досточку, потому что... вот эта же свинка очень вылазит. Вот здесь. Залазит в корыто и через корыто вылазила. Ну, эта доска не мешает. Сейчас туда-сюда я оторву ее. Вернее, не оторву, откручу. Так, а теперь, друзья, пойдемте. Ты нашла? Сейчас поменяем стяжки тем троим. И перенесем туда всех цыплят старших. Друзья, сейчас вот они. Одна курочка, вон вторая, а ну, сейчас, сейчас мы, опа, есть, вы видите, как профессионал уже говорю. Так, сейчас, да, потому что уже еще бы немножко, ну, еще недельку можно потерпеть было бы, ну, лучше вот так вот. Клац, все, туда выкидываем, Володя, на тебе, все. Давай за костяшку. Все, и уже сейчас поставим им стяжечки. Уже они не будут. Ну, это уже еще хватит месяца на два. Я вот так вот. Вот, гляньте, свободно. Даже можно было больше. Ну ничего. Это уже считай, до большой курицы нога вырастет у нее, грубо говоря. Так, на, задержи. Так, раз. Все, а где еще? Ага, вон он. Я бы, в принципе, их и так бы уже... Вот эту, конечно, сложно. Хотя у нее ноги тоже синие, друзья. Ее можно было отличить. Вот он. Так, а ну-ка. Опа! Есть. Да, точно, профессионал. Так. Ну, это вот... Это вообще свободненько. Ну, заменим, друзья, заменим. Все равно. Вот. Надо выкинуть эту, чтобы я никто не заклевал. Ага. И сейчас будем перекидывать, оставим, только я же говорю, здесь чудо в перьях и этот, индюку. Это бинтамочка, да, вот это? Да, это бинтамочка. Она так смотрит сюда в камеру. Угу. Так, и все, интересно, что за фонарик такой? Так, а где еще один? Сейчас, я даже его сейчас угадаю. Так, этот поменяли. Так, ага, вот он, вот он. Ого, какой! Гляньте, гляньте, большие такие. Но этого, конечно, свободно болтается. Или этому не буду. Не, давайте сразу поменяем, уже занялись. Подожди. Ты чё? А ну на, раз. И на плоскогубцы. Угу. Все, и сейчас будем сразу их туда отнесем, друзья. Вот. Друзья, вот 5 штучек поймали. Пока они здесь гуляют, сейчас кинем их сюда. Опа. Оп-оп-оп. Угу. Я думаю, они будут ходить. Да, они не отличаются. Некоторые. Вот коричневая, гляньте, даже больше есть. Тут даже меньше есть, чем эти. Отлично. Гляньте, друзья, этот петух такой... Брезгальский тут, наверное, будет в авторитете. Но место им с тем загончиком, что открывается, им тут места хватит. Плюс скоро, может, начнем убирать петушков. Потихонечку. Друзья, еще поймали. Так, два
и у Кати 6. И вот это, а, нет, беленькая. Вот это, друзья, забыли ее поймать, получается их 5. Ну, увидели, что у нее стяжка, так, тугенькая, и поменяли. Ага. Так, а ну-ка, пускай. Так, я думаю, они разберутся, что к чему. Это 13, да, мы принесли? Да, 13. Так, ловим остальных. Друзья, все, поймали. 2, 3, 4, 5, 6. Закрывай дверь. Давай, да. У меня, по-моему, 6. Сейчас, а ну, считаем. Считай. А ну, 1, 2, 3 и 4, 6. 6. Получается 6 и 6, 12. И первый раз 13. 25 штук. Ну, нормально. Здесь места, в принципе, им предостаточно будет. Да, здесь место. Посмотрим, может, завтра сделаю им тут сидел понаделаю побольше. Вот здесь можно повыше сделать им. Короче, будем заниматься. Так. Они, правда, растеряны. Ну да, сегодня нужно загнать их. Загоним, загоним. Почему, друзья, и делается все на ночь? Потому что так проще. Они потом ночь переночуют, и уже утро, когда рассвет, они сами выходят, занимаются тут своими делами. Как там темно? Да, посмотрим сейчас, как у них там. Друзья, еще мы с Катей проходили. Катя говорит, а ну спроси у подписчиков, может кто-то опытней, что вот это белое начало на этих, на листьях проявляться. Ну, здесь вообще сильно. Сильно вообще, да. Может кто знает? Не знаю. Может быть. Кто его знает? Надо мелкая, напишите, кто знает. Чем обработать? Да, может, посоветуйте, кто знает. А то мы же первый год садим ягодки. Сделали, друзья, в творог. Ой, я ж слюной чуть не подавился. Проглотил слюну. В творог немножечко сахарку. Оно такое кисленькое. Ну, короче, лучше, чем любой магазинный йогурт. Кстати, я говорю, йогурты больше брать не будем. Будем делать свое. Так. Все, друзья, оставили. Сейчас я закрою. Еще не управляли. Сейчас буду менять им воду на утро. Ну, арбуз пускай. Вот этого кривого оставили. Он будет здесь, друзья. Он даже здесь и останется. Потом с бинтамкой. И с пуховой. Так, индюки. А, вон зайка включила свет. Вот, чудо в перьях. Клад залезла. Бинтамочка вот сидит. Индюки насидали. Ну и малышня вот эта вот осталась. Друзья. Короче, теперь им места здесь больше. По поводу писали, индюкам обрезать крылья. Отсюда они не улетят. Как вы видели, я и там уже заделал. Поэтому, друзья, индюкам крылья не будем обрезать. А когда там заделаю, тогда мы их уже не туда. Что? Он опять ходит, нас ищет. А кто? Серенький вот этот. А как он вылез опять? Я не знаю. Вот, когда друзья, я... не знаю, как надо найти, где она вылазит. Сейчас опять надо заделывать. Так что такие вот дела, друзья. Все. Теперь им здесь места предостаточно. Так, индюки. На месте 3, 6, 8, 10, 12, 14. На месте? Все на месте, да. А, ну, 14... а, да. Не, ему ж, его ж надо попоить, зай. Я его вот так пою. Иди. Друзья, я его вот так вот пою. Утром и вечером. Ну, чистый, попою. На, вот это. Не надо то. На. Вот так. Давай. На. На утром и вечером. Ну и я его оставляю возле корыта. И он пьет. Вот, видите, клац. И все, и туда его заносим, туда. А утром оттуда его выносим. Все, он не хочет сейчас пить. Все, закидываю его. Когда жарко, у него прямо жажда бывает. А не, он сидел тут возле корыта, он попил по-любому. Так что... Да, теперь хватит им тут с головой. Так что такие дела, друзья. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.
Всем пока.